Доброе мне суток, с вами Саймон, и сегодня мы продолжаем играть в Prison Architect. Собственно говоря, сейчас мы в процессе накопления денег на вот эту вот зону правую. Туда мы перенесем всю административную часть нашей тюрьмы. А на месте, ну, где сейчас у нас все стоит, мы построим огромное здание. И, собственно говоря, это будет огромный жилой блок один, разделенный на подразделение других маленьких блоков жилых. Вот. Как-то так. В общем-то, в процессе этого накопления мы будем всячески себя развлекать, пытаться как-нибудь спровоцировать действительно большой бунт. Прям вот подгрузили партию заключенных строгого режима. Причем, можно сказать, почти все они сидят в общей камере. И я надеюсь, что будет что-то действительно интересное. Также я помню, что в прошлой серии я хотел поставить стойку с оружием вот сюда вот. Посмотреть, как себя пойдут заключенные, вообще закупят ли туда оружие. И будут ли заключенные брать это оружие. Конечно же, они могут набрать его, сделать бунт. Но я... Ну, не очень даже уверен, что именно хватит нам вооруженных охранников, всяких охранников других, чтобы, так сказать, утихомирить их. Но, блин, давайте попробуем, почему бы и нет. Ну, раз уж мы решили их провоцировать, давайте тогда уж... так сказать, сделаем местечко еще для одного вооруженного охранника. Даже давайте для двоих. Можно нанять, в принципе, еще одного кинолога. Но я не уверен, что нам это нужно. В принципе. Ну давайте, давайте. В общем, наймем еще одного кинолога. И давайте-ка отошлем его, может быть, в парк. Ну тут посередине все есть, поэтому давайте вот сюда поставим его. Пусть тут ходит. Тем не менее, опасность, уровень опасности у нас поднимается, то есть есть все-таки надежда на все это дело. О, куча досок. Давайте подойдем немножко, потому что все занято. Класть уже все это дело просто некуда. В общем-то, деньги текут рекой. Там один человек в комментариях сказал, мол, ты можешь продать акции. Ну, блин, да, конечно же, очень много денег дают за все это дело. Наша тюрьма стоит 410 тысяч. Но, блин, я не знаю, что будет, если их продать. И не хочу рисковать, вдруг вся тюрьма слетит нафиг. Мы потеряем над ней контроль. Давайте уж лучше это будем делать, когда, ну, уже будет более-менее конец игры. Давайте уж тогда будем рисковать. Кстати говоря, Homeworld Remastered Collection вышел. Ну, я зашел, ну, можно сказать, ненадолго, думал, там, сейчас полчасика посижу, вообще посмотрю, как там, что к чему. Миновал обучение, ну, все-таки я зашел в обучение, посмотрел, как там вертеть камеры, то что это, ну, немного... Неясно без обучения, как вертеть ее. Но потом все, конечно, понятно становится, и все становится довольно-таки интуитивным. Ну, час прошел как с куста. Очень интересно, собрал целую эскадрилью, там несколько эскадриль. Вот. И начал довольно-таки вести бой. Извиняюсь, пожалуйста. Довольно-таки интересно, необычно.
Ну, как необычно. Космо-стратегий вообще очень мало у нас в мире. Хороших РТС на тему космоса действительно очень мало. Вот, и я думаю, что это великолепное переиздание. С этой коллекцией вам дают переиздание Homeworld первой части и второй. И еще оригинальные не переиздания первой части и второй. В общем-то, есть мультиплеер, я его не опробовал еще. Он, по-моему, в альфа-режиме пока что. Компания не начинала, но она вроде бы как, ну, интересная для стратегии. Ой, карта там офигенная, все офигенное. Блин, я готов рассказывать, наверное, месяцами, какие там прекрасные баталии, когда твои истребители-перехватчики туда-сюда летают, пытаются убить других перехватчиков, а эсминцы стреляют друг по другу. Это довольно-таки зрелищно, забавно. Графика там очень-очень хорошая. Действительно очень хорошая. Там есть 4 фракции, но я только одну опробовал. Нет, очень хорошо. Да. Хоть там, конечно же, и есть ограничения по юнитам, которые можно создать. Я не испытывал никакой сжатости в том, что вот, больше построить нельзя. То есть, даже ни разу мне... Вот, кстати, у него палка есть. Ну-ка, обыщи его. Я видел. Я все видел, что у него есть дубинка. Еще такое лицо, мол, все нормально, все нормально. Вот. Да, есть. То есть очень круто. Я думал, что даже можно будет снять обзор, но я пока еще не привык к игре, не привык к стилю игры в ней, к ее тактике. Поэтому я там ноблю. Но все это выглядит крайне зрелищно. Отвлекся что-то от игры. Давайте ускорим все это дело. В общем-то, тех денег, которые я потратил на эту игру, вовсе мне не жалко. Потому что она действительно очень крута. И, конечно, может быть немножко жаль, что нельзя построить тысячную армию, огромную флотилию из-за ограничений. Но если играешь в обычном режиме, ты не чувствуешь их. То есть делаешь небольшие эскадрильи, там, 10 перехватчиков, 20, пара эсминцев, фрегатов там. И отправляешь в бой. Так, это у нас бекон, да? Так, ладно, что со стойкой у нас? Я даже не обратил внимания. Сохранение. Ну, смотрите. Извиняюсь. Она стоит, но, похоже, никто вообще не обращает на нее внимания. И, наверное, это потому что она не помечена как оружейная комната. Не знаю, вообще закупили ли туда что-нибудь. В общем, бесполезно, но давайте, тем не менее, ночью пройдем обыск и посмотрим на результаты. Вот, смотрите, просто взял и отжал место у психолога. Психолог как-то не справляется с ними. Давайте тогда уж пока не будем нанимать охранников. Так, уже 30 тысяч есть. Осталось лишь каких-то 50 тысяч. Ну, да.
каких-то еще больше половины. Но тем не менее. Вот сейчас мы все это продаем, да, и смотрите, сколько у нас стало. Почти 40 тысяч. Наверное, за пару серий мы уж точно все сделаем. Вот еще 800 рублей будет у нас за кроватки. Вот тут еще куча брони, давайте их продавать, потому что они тут будут лежать полвека. Давайте уж тогда получим выгоду. Выгоду, мне показалось, или заключенный заходил туда? Да ну. Он освободился реально? Или нет? А он? Так. Нет еще вроде бы как. А, вот, все. Отпустили заключенного. Прекрасно. Все, значит, еще один заключенный у нас вышел из тюрьмы. То есть, как узнать, отпустили ли заключенного, там, где написано никнейм. Ну, точнее, вот, видите, вот тут написано «Устал», да? Там же будет написано, мол, «Отпущен», вот. Давайте посмотрим на аттестацию. Челч, я так понимаю, это здоровье? Что-то плохо. Четверо заключенных отпущены под программу Parole, под программу досрочного освобождения. Ух ты, блин. 10 заключенных сбежало, 7 умерло, 73 производительность. Наверное, сейчас, которых мы можем вместить. Ну, блин, я думал, что это будет более интересное. Но тем не менее тоже. Хорошая вещь, там, ты можешь посмотреть, сколько сбежало, сколько вышло, сколько освободилось. Пока что не очень много освободилось заключенных, но тем не менее тоже хорошо. Все-таки эта программа у нас досрочно освобождение работает. Это хорошо, я считаю. То есть посмотрим вообще, что у нас по программам. Инструктаж по технике безопасности. Прекрасно, то есть заинтересованное лицо новое. То есть все идет. Плотническое дело. О, отлично. Трое завершено. Один проходит, один заинтересован. Вот это прекрасно. Еще больше людей смогут у нас сделать кроватки. Так. Лечение от наркотиков тоже довольно-таки популярно, это хорошо. Ну и анонимные алкоголики у нас лечится. Охранники тоже обучаются обращению с электрошоком. Программа досрочного освобождения довольно-таки популярна у нас. Ну и, конечно же, духовенство – это самая популярная вещь. 194 человека уже прошли эту программу, 77 проходит и 25 еще в очереди. Ну вот, кто сейчас будет отдыхать, а кто-то будет работать. В общем, тех заключенных, которые себя хорошо вели, будем переводить на общий режим. Вот. Блин, что-то так много болеют у нас. Наверное, нужно будет и палату скоро расширять, я так думаю. Ну, в общем, 30 тысяч есть. Пока что ничего особенного, надо как-то провоцировать все-таки заключенных. Я хочу бунт. Хе-хе.
Конечно, можно вообще в наглую просто. Ну, вот здесь вот сделать оружейную. Поставить туда лавку, стойку, один сейф. Чтобы просто она задействовалась. И не будем ставить дверь, ну или поставим простой офис, ну, чтобы заключенные могли ее открывать. И все. Все смогут себе достать оружие, но я не знаю. Это, по-моему, уж слишком нагло. Такс. Сейчас ночь наступит, мы обыщем всех без исключения. Плохо, что нам кредиты не выдают теперь, а вот как повысить свой кредитный рейтинг? Вот, как его теперь поднять, неизвестно. Ну ладно, ладно уж. Так, ну вот, все спят сейчас. Отключаем свет и начинаем обыск всемирный. Ну вот, сегодня уже много чего нашли, дубинку, всякое. Я думаю, когда арчитект мы завершим полноправно уже, так сказать, уже зная психику заключенных, внедримся в какую-нибудь тюрьму, будем тайным агентом, проверим тюрьму на тот факт, можно ли из нее сбежать. В общем говоря, станем преступником среди преступников и поиграем в The Escapist. Вот. В общем, как признан архитект, только наоборот. Мы выступаем в роли преступника. Нам нужно сбежать из тюрьмы. Я бы с удовольствием сейчас начал в нее играть. Но, конечно, времени не хватит, чтобы три прохождения одновременно держать. Но The Escapist будет. Я уже добавил ее в свой список покупок. Блин, находит вообще кучу всего. Вот смотрите, как много контрабанды у нас. Но при этом ни одного оружия. Давайте лучше уберем стойку, она мне мозолит глаза немного, хоть и гармонично вписывается. С ней заговорился. Такс. Извиняюсь. Вот еще одна дубинка. Куча дубинок у нас находится. Если не ошибаюсь. Экзизмен. Прости, если я неправильно назвал эту ник. Ну, так выразил следующую теорию, мол, вдруг заключенные крафтят вот эти вот дубинки, как и в The Escapist. Ну не знаю, блин, они же точно такие же, как и у охранников. Мне кажется, они либо незаметно, как ассасины, вытаскивают эти дубинки с поясов наших охранников, а потом охранник удивляется, мол, ой, обронил, дайте мне новую. Вот. Ну или контрабанда через книги, через знакомых. Хотя здесь все-таки это не указано, но я не исключаю этот вариант. Вот. Ну или они как-то попадают на пост охраны. Но я уверен, если бы они попали в оружейную, то бы какой-нибудь дубинкой они бы не ограничились.
Тут есть гораздо более интересные вещи, хотя бы тот же электрошок, чего стоит. В свое время он нам помог множество бунтов прекратить. Ну как множество, это скорее всего просто недовольство. Потому что одного человека бунтом назвать нельзя. Но если бы они попали на пост охраны, я думаю, они не ограничились бы дубинкой, обязательно взяли бы ключи. Потому что без ключей можно открыть хоть все камеры, все двери. Но я также не исключаю того варианта, что просто охранников они могут подкупать. Вот, и если это так, то это круто. То, что, блин, охранники могут восстать. Это классно. Ну, в общем, обыск пройден не зря. Много всего нашли. Прям продадим потом на каком-нибудь рынке и разбогатеем. Вот. Такс. Давайте немножечко ускоримся. Ну вот у нас уже 37 тысяч. Все дело идет в гору. Так, куда-то я нашел. Думаю, что к концу дня у нас уже будет где-то 50. Потому что вот и экспорт растет более-менее. Да и куча дровишек растет. Хотя сейчас на деревья закупать, да, мы растратимся немало. Так, давайте включать свет. Нефиг спать. Так, кстати, а вот смотрите, у нас же куча заключенных остаются без камер. А общая камера совершенно пуста. Вопрос. Где 10 заключенных, которые должны в ней сидеть? Где этот десяток? Извиняюсь, пожалуйста. Загадка, найдите заключенных, где они спят. Давайте тогда быстренько, пока еще не наступило время, так сказать, выхода всех заключенных. Давайте поищем по камерам. Ну вот смотрите, здесь везде по одному заключенному. А, в камерах еще куча сидит. Камер как раз семерочка сидит. И 10 еще ждут своего пришествия. Ну, я не думаю, что именно те, которые в общей камере должны сидеть. Хотя. Да, это именно они. Окей. Значит, все в порядке. Обыск завершен. Ну вот еще немало деревьев у нас подросло. Извините, пожалуйста, еще разок. Деньги идут. Блин, мусор размером с человека. Вот эту комнату можно подо что-нибудь отдать, я думаю. Блин, все-таки давайте будем навиваться. Что там надо для оружия? Отлично. Вот так разметим более-менее. Давайте вот это мы отгородим. Сюда поставим. Ну блин, вот совсем нарываться или не совсем? Вот в чем вопрос. Ну совсем нарываться не хочется. Но... Давайте, давайте. В конце концов, я не думаю, что много людей смогут отсюда уйти незамеченным, то что у нас здесь металлодетектор стоит. Пол давайте не будем переделать, чтобы сэкономить.
Так, столько, скажем, у нас есть? Есть. Давайте вот отсюда один столик. Да нет, давайте лучше купим новое все-таки. Давайте не будем экономить. Давайте забивать склад ненужной фигней. Так, вот так. Все супер. Сейф, сейф. А вот сейф давайте вот отсюда возьмем. Ну, шкафчик. Ну и стойку. Как сейф-то мог стоять там? Угу. Ну же. Вот, отлично. Ну и давайте посмотрим. Конечно же, не будем до конца навиваться. Поставим сюда только для персонала приоритет. Но заключенные так будут ходить, потому что дверь для них доступна. Ну, давайте посмотрим. Нельзя же просто так скучать, пока копим деньги. Так, по потребностям, что они хотят? Гигиена, тренировка. Все это они сейчас могут восполнить. Точнее, они сейчас уже этим занимаются. Так, ну и шкафчик сейчас принесут. Пол. Опять повторяю про пол. Давайте не будем лучше этого делать. Ну или давайте, мне вот эта плитка очень понравилась. Тысячу уж потратим, я думаю. Ради красоты такой. Ну, я думаю, в конце концов, что все-таки мы снесем эту комнату и уберем эту стенку. Пусть пустуют. Но пол давайте сделаем ради красоты. Она все-таки приличная, красивая тюрьма. А не параша там какая-нибудь. Можно было бы и травкой все тут засеять. Но, блин, это... Трава достаточно дешевая, но в размере, в таких вот масштабах достаточно дорогая. Мы потратим, наверное, где-то 15 тысяч. А сейчас как-то не хотелось бы так сильно транжириться. Ну, в общем, вот. Оружие вроде бы как есть. Да, вот, они могут отсюда все достать. Ну, я не знаю даже, хорошая ли это идея, я уверен, что плохая. Но, блин, давайте. Давайте будем нарываться по полной. Извините, пожалуйста, еще раз. Мол, давайте, вот мы в своем офисе там с друганом поспорили, мол, слабо или не слабо нарываться нам на вооруженный бунт. То, что вот обычный бунт без оружия, мы разгоним на раз-два, у нас куча охранников с электрошоками, плюс куча вооруженных охранников, плюс несколько собак. Просто щелкнуть пальцами, и бунта нет. Но если он будет действительно вооруженный, хотя бы куча электрошоков, это будет реальная проблема. Я думаю, что даже можно будет вполне прибегнуть к спецназу. Я вообще видел, как они приезжают. Было дело... ну, такой фургончик приезжает. И там, по-моему, пятеро, что ли, сватовцев, покруче наших вооруженных охранников, вываливают и просто начинают делать свое дело. Такс. Ну, вот эти просто халявщики ничего не делают. Сынишка, дочь. Там также в комментариях написали, мол, там какой-то заключенный, 12 лет аж приехал к нам в тюрьму, я как-то не заметил, но думаю, это баг, потому что 12 лет. Тем не менее, спасибо за информацию, я читаю, отвечаю всем, ну, если имеет смысл ответить на комментарии, конечно же.
Давайте вот отсюда уберем зону лесника. Так, не то. Где у нас прогулочная зона-то? Вот, двор. Травка, давайте это засыпем. Конечно же. Вот это неплохо было бы как-нибудь убрать. Но я думаю, уберут. Надеюсь. И давайте поставим сюда деревья. Но... Ну же. Ну неужели? Ну, похоже, даже никто и не собирается просто так эти пеньки снести. Извиняюсь. Где у нас садовники? Так, 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 так. Нет, они, похоже, не собираются, ну. Поэтому... Давайте вернемся до лесника. И пусть они занимаются здесь всем. Потому что по-другому они, похоже, не снесут эти пеньки. Ну, как-то так. На самом-то деле. Ну, думаю, можно на этом закончить. Вот такая сегодня не очень большая серия, как обычно, получилась, по моим подсчетам. Вот, что ж, ну, если вам понравилось, как и мне, ставьте лайки, подписывайтесь, а мне понравилось. Спасибо за просмотр большое вам. С вами был Саймон, до новых встреч, удачи!